ответственность, целеустремленность, гармония. Не бойся. Интернет. Конечно, написать. Не парься. Ветеринаром. Потому что папа рассказал, куда они засовывают свои ручки. Семья. Последнюю гандапас Камасутра для оратора. Художественную. Зайти в учительскую. Тем, кто выступает перед аудиторией, посоветовала бы гандапас читать. И тем, кто не выступает, тоже учиться общаться с людьми надо. Это залог вообще любой работы. О, я хотела бы побывать в эпохе Америки 40-х, потому что мне очень нравится стиль, как выглядели женщины в то время. И музыка классная была в то время. Когда я вижу, как ты танцуешь, малыш, ты меня волнуешь. Ну, я стараюсь не изменять как бы принципам своим, но тем не менее, если я понимаю, что я не права, я всегда могу это признать. Оренбург вообще очень аутентичный и интересный город. И если пожить здесь подольше, можно на самом деле полюбить его. Я вообще думаю, что если ты живешь в городе, то нужно что-то делать в нем. Нужно ответственно проявлять социальную позицию, что-то делать. Потому что если ты только будешь что-то делать, как бы в городе будет что-то меняться. А так не важно, где ты живешь вообще, в какой стране, в каком городе. Если ты как бы ничего не делаешь, то ничего вокруг тебя не меняется. Мне кажется, немного слабовато у нас все равно развита вот эта вот гармонизация городского пространства. Даже не потому, что, наверное, власть у нас не идет на какие-то уступки, мало инициатив со стороны граждан в том числе. Потому что если было бы их больше, я думаю, что и наш город был бы больше. Ну вот, собственно, как бы возвращаясь к предыдущему вопросу. Потому что я люблю Оренбург, и я стараюсь как раз эту активную позицию проявлять. И, ну, я бы осталась здесь жить. В принципе, меня как бы все в этом городе устраивает. Он небольшой, не маленький. Он вообще такой, как надо, уютный, и он вообще в доску мой. Ну, классика для меня — это что-то нетленное, что-то не меняющееся, то, что я бы непременно давала своим детям, то, что бы я советовала преподавать бы в школах детям, то, что ребенок должен впитывать, то, на что все опирается, и... Ну, это основа, это каркас, это база, без этого как бы никуда.